Что в интернет анонимно выложила Анна. Она тоже воспитывалась в этой семье. Когда ролики разошлись по сети, к Гончаровым пришли с вопросами следователи. Это все было постоянно. Но я боялась каких-либо действий предпринимать, потому что мы находились в той квартире. После того, как мы уже ушли, в принципе, я уже решила, что с этим нужно что-то делать. По словам Анны, ее приемные родители нигде не работали, а деньги, которые получали на троих опекаемых детей, тратили на себя. Она взяла этих детей для того, чтобы быть на обеспечении. О каких суммах идет речь? То сколько она получила? 130 в месяц. Это минимум. Еще у Светы, вот у нее инвалидность, она получала побольше. Ирину Гончарову задержали на одном из телеканалов во время ток-шоу, где она собиралась выступить. Против приемной матери возбудили дело по статье 117 «Истязание». Задержан ее бывший муж Андрей Гончаров. Также установлена причастность ее сожителя. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До ареста Гончарова охотно общались с журналистами. По словам Ирины, старшая дочь ее оговаривала, поскольку претендовала на жилплощадь. У нас конфликт с дочерью. Причем такой конфликт, мама, не горюй. Квартира с хорошим ремонтом, трехкомнатная, есть детская, много игрушек. Соцработники не отрицают, эти приемные родители у них были на хорошем счету. В наши полномочия не входит ходить по семьям. А только вы в исключительных случаях мы туда ходим. Вам было известно, что у них такая ситуация, что долгое время их избивают, детей? Нет. Теперь выясняется, что все было не так уж и гладко. Квартира действительно раньше принадлежала старшей дочери Анне, а приемная мать переписала ее на себя. И жалобы на семью были, и младших детей Гончарова взяла под опеку в 2014 и 2015 годах, когда уже была на пенсии. И социальные выплаты на малышей были основным источником дохода. Против сотрудников органов опеки Даниловского района возбуждено сейчас уголовное дело о халатности. Дети передавались в семью постепенно, с 2010 года, 2014 года, 2015. Понимаем, что прежде чем передать следующего ребенка в семью, нужно проверить условия и проверить, насколько благополучно ребенок себя там чувствует. То есть целая цепочка ошибочных действий привела к той ситуации страшной, которую мы все наблюдаем сейчас. По словам Анны Кузнецовой, дети, изъятые из приемной семьи, сейчас все вместе живут в одном из московских приютов. Решается вопрос, что с